Новые остановочные павильоны регулярно попадают в сводку новостей. Причем не только в Новом Уренгое, но и в других городах Ямала тоже. То не греют, то стекла вандалы побьют, то на бомжей люди жалуются. Очередные обращения в редакцию Нур-24 прилетели с жалобами на мусор и плохой запах внутри павильонов. В сервисной компании пояснили, урны опустошаются ежедневно, а влажная уборка теплых остановок зимой проводится по плану раз в месяц. Она включает в себя мытье полов и окон. При необходимости бригада уборщиков может выехать и дополнительно. Если поступают жалобы от новоуренгойцев, что в какой-то теплой остановке грязно, то мы выезжаем дополнительно и проводим там уборку. Такие жалобы можно отправлять к нам в социальных сетях. У нас есть страница в Инстаграме.